стабилизировалось состояние здоровья раввина Шлома Ногинского, посланника Хабата, работающего в русскоязычной еврейской общине в квартале Брайтон в американском городе Бостон. Несколько дней назад в Бостоне Шлома Ногинский стал жертвой попытки похищения человека. 24-летний мусульманин Халед Ават под угрозой пистолета пытался посадить Шлома в свой автомобиль. Посланник Хабата оказал сопротивление. В этой схватке преступник нанес раввину 8 ножевых ранений. Истекающему кровью Ногинскому вызвали скорую помощь. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Преступник бежал. Позже полиция его задержала. Шлома Ногинский родился в Петербурге, рос в Израиле. Он сын известной российской и израильской певицы, композитора и музыканта Златы Раздолиной. В Израиле после репатриации Шлома проживал в Кфар-Хабате. У раввина Ногинского 12 детей. Нападение на раввина произошло на автостоянке на Честл-Хилл-стрит вблизи синагоги Бет-Шалом и еврейской школы. Раввин дал отпор вооруженному террористу, защитил себя и детей, которые в тот момент находились в еврейской школе. Похитителю предъявлено обвинение в нападении с применением оружия и нанесение ранений холодным оружием. Его также будут судить за оказание сопротивления при задержании. Полиция усилила патрулирование синагог и еврейских объектов в Бостоне. Араб напал не на случайного прохожего, а на традиционно одетого верующего еврея. Однако американская полиция до сих пор не раскрыла мотивы Авада и не квалифицировала нападение как преступление на почве расовой ненависти и антисемитизма. Многие евреи Брайтона склоняются к мысли, что нападавший руководствовался националистическими мотивами, и отвага раввина Шломо сорвала террористический акт. Есть надежда, что в ближайшее время станет известно, связан ли Халед Ават с террористическими организациями и выполнял ли он их задания. Банальностью назвал формулировку зарубежных СМИ о теракте в пригороде Бостона министр финансов Израиля Авигдор Либерман. Лидер партии «Наш дом Израиль» хорошо знаком с семьей Шломо и с его общиной, и это известие затронуло его лично. «Нам, в отличие от репортеров из Бостона, мотивы нападавшего известны», написал на своей странице в Фейсбуке Либерман. «Они стары как мир. Рост преступлений на почве антисемитизма в диаспоре должен стать одной из главных забот правительства Израиля. Я желаю скорейшего выздоровления раввину Ногинскому и выражаю надежду на решительные действия правоохранительных органов США и скорое расследование преступления».